Начни записывать. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами, как всегда, Роман 602. Присоединяйся к игре. Сегодня мы играем с Леоникой. Вот она. Только давай договоримся никого не убивать. Я бабка Гренни. Хе-хе-хе. Ну, а что ты ожидала? Запомни, чтобы на... Ты бабушка. Я бабушка. Я бабушка. Собирай ключи. А где они? Везде. Если наводишь на какой-нибудь предмет, либо взять, либо брать. Окей. Три жертвы. Окей. Так. Мы нашли лестницу. Наверх. Так, огнетушитель. Я в столовой, а ты где? Я в вентиляционной шахте. Опа. Одного убили. Ползу по ней, сейчас свалюсь. И куда ты? Ой, еще один человек присоединился. Откуда ты ушла? Ну ладно, ну... Я-то не знаю, где ты. Так, класс, тут кубик Рубик. Бабка убивает кубик Рубик. Ищи любые ключи или предметы. Они могут для чего-то пригодиться. Я какую-то еще одну... А это ты? Тебя не узнать. Почему? Не знаю. Ну, потому что тут как бы игра, и в этой игре... Кстати, отмычка пригождается для ДГ Про. Ой, отвертка. Пригождается для отвертки ДГ Про. Не знаю. Она везде. Привет. Пока-пока. Ну, я тебя не буду убивать, так что все. Ну, друзья, как бы, друзей не убивают. Так, какая-то еще одна девочка была с такими же волосами. Я ее потерял. У меня? А вот и нашел. Да, как у тебя. Я ее нашел. Больше нет девочек? Ее... А она спряталась от меня. По вентиляции. Добрый день. А. Я же тебя не буду убивать. Там же по мне выбора, если ты... На. Блин. Можешь искать. Кстати, я там на... около выхода нашел сейфовый ключ. Он применяется около сейфа. В сейфе. Сейф находится прям в стене. Да, сейф я видел. Где ты видел ключ? Около выхода. Ты want to play hide and seek? Я не буду убивать. А, ладно. Сейчас сквозь стену твоя сейчас палка. Чуть не ушел оттуда? Да, ушел. Ну а что ты ожидала? Недалеко сейф где-то. Не вижу. Где ты, говоришь, валялся? Тут один этаж, что ли? Нет, тут два этажа. А, где лестница? А, о, лестница. Ой, я вижу выход. Около выхода, я говорю. Ну там, где стрелка указана. Там нужна отвертка, чтобы открыть. Ну это шкафчик ДГ Про. Ну просто про. А я говорю около выхода. Не именно. Ты меня преследуешь. Я? Да я на кухне тут. Мою посуду. О, молоток нашел. На кухне. Находишь, я ничего не нахожу. Жаль. Вообще ничего. Вы тут просто так. Зато я теперь знаю, где молоток.
О, вторая жертва, мне надо искать ее. Ой, три. Ой, какая. Ну, вот я у выхода, и чего? Где-то тут, где-то у выхода. Что тут у выхода? А, около выхода, спасибо, я ее сейчас съем. Так, надо валить. Она уже убежала, у нее еще мальчик. Где там? Не вижу. Но я же тебя не буду трогать. Ты же меня, наверное, тоже не будешь. Ты капкан поставил? Ну да. Я не думаю, что ты там будешь. Я пошла. Хитренькая. А ты сейвовый ключ нашла? Yeah. Блин, я даже открыл. Кто-то попался на мой капкан? Yeah. Да? Yeah. Я тебя вообще-то видел. Так что, если что, ты бы меня убил бы, да? Другой раз. Ну, это блин. Будет, если другой Грэнни. Где ты говоришь, что... В одном из шкафчиков. Стрел. Не в шкафчике, а в этом специальном. Тут девочка и мальчик. Ключ какой-то нашел. Это и есть сейфовый ключ. Они меня закрыли в столовой. Ну хорошо, что не на ключ. Дожили, мне его не взять. Дожили? Да. Ну тут тоже какое-то не очень такое. Опа-на. А что ты знаешь, что это сейфовый ключ? Я уже играл, ты смотри. Мне... Они в проходе там. А мне его нет. Ой, ладно. Ага, тут еще какой-то ключ. Главный ключ. И что, свалить нам? А, ну тут еще надо ключи искать. Я вот и в этом... Ой, я отвертку нашел в классе. На втором этаже, на первом? Нет, на первом. А где? Убил. 75. Где? Сейчас я покажу. Вот тут. Там, где глобус, нет? Там, где... Не глобус. Там, где... Как его там? Я тебя нашел. А это нашел. А я тебя трогать не буду. В этом классе. В соседнем, практически. Ой, подожди. А пока. Я мастер Кейн. А, ну это даже ты выбросила, это я да? Выбросила. Ясно. Я открыла уже соседнем. Ой, я девочку нашел. А я девочку нашел. А я не знаю. Я тебя видел, кстати. Смотри, хитрая застрял в проходе. В проходе там прячется. Ну ладно. В мусорке может быть что-нибудь. Да. Швабра. Но ее нельзя брать. Я тебе скажу. Че? Я думаю, ключ нашел. Нет. Я больше не могу найти ни одного класса. Не могу. Как-то. Вот так, один класс такой. Нет, два должно быть. И все время вот в этом классе с глобусом. Ну, пройди подальше. Там девочки нет? А, нет, есть. Ключ оружия, это что? Ключ оружия? Ну, это ты против меня ручишь. Нет, ну а что это? Что он открывает? Ключ от оружия? Не знаю. Я его ни разу не находил. Как так? Может быть, глюк какой-нибудь? Что там, где я главный ключ. У меня чуть-чуть висит. Что? Тут, да, может быть. Либо и трюк такой, либо... Но я к этому спокойно отношусь. Спокойно. Так. Соседний, я говорю. Do you want to play hide and seek? Нет. Есть. Вот. Надеюсь, я кого-нибудь найду. Только тебя и тебя нахожу.
А ты мне не нужна. И как бы и жертв никого больше нет. Фу. Нет. Не. Я никого не могу найти. А ну куда там? Кто-то вышел. А, нет, два. Нам нужен пик. Пик. Что за пик? Ну, да, я не знаю, что это, в принципе-то. Что это? Нам нужен подлог. Ну, в принципе, подлог это ерунда. Что там? Ну, что это за Ну, вот есть только... Потому что я тебя не убиваю. Вот есть только этот класс. Где еще один класс? Класс? Да. Почему только этот? Вот этот глобус, но все, больше классов нет. Да есть. Вот. Вон туда пойди прямо. Куда? Не прямо, а... Вот сюда? Вот, да. Никуда. И потом на ведь правого. А, правда. Есть класс. Проклятие, потому что... Как такое может быть? Видишь там отвертку зеленую? Взяла уже. Как такое возможно? Зеленое отверстие нужно для шкафчика ДГ Про. Он недалеко отсюда, около выхода. Ты меня нашел? Я тебя не нашел. Я тебя вообще не потерял. Да я тебя не убью. Тут можно. Да не, у меня вообще руки далеко от кнопки бить. А, да нужно бить? Да. А это не то же самое, что не бить. Так. Это только в монахи не можно. Здесь у меня плоскогубцы. Что мне делать с плоскогубцами? Провода перекусить. Где? Вот, на первом рядом с лестницей. Я одного нашел. Чурака. Чубака. Чувака. Там где чувак. Do you want to play hide and seek? Так игра долго. Да. Где тут только рядом с лестницей? Точно на первом этаже рядом с лестницей? Тут две лестницы. Ну да. Значит, не к этой лестнице пришла. Зайди в другую лестницу. Я на какую лестницу не приду. А что там должно-то быть? Эти провода в каком-то ящике или как? Какого... В этом как вы там, та-та-там, та-та-там. Не знаю. Какая нищета? Это я? Ага, ты рядом где-то. Это в туалет там заблокировал я. Я у входа. Вот... Что? Я не могу перекусить. Как? Надо навести прям. Вот так, это... Так мне нужно найти, на что наводить. Я не понимаю, на что. На провода. Провода. Как ты их не видишь? Сейчас покажу. Покажи. Ой, кто-то ляпался, мой капкан. Кто-то вляпался, мой капкан. Кто-то вляпался, мой капкан. Вот лестница. Они просто... Да, не видят, они... Как у меня, знаешь, мистика, как с этим классом, который я не могу найти. Где? Хочу перекусывать. Я как раз около этого класса, который я не могу никак найти. Нет. Вот туда. Вот в этом классе. Попалась. Куда идти там? Давай? Нет. В класс выйдет? Да. Пришли. А, вот эти красные, что ли? Нет. Да, где-то там. Зеленый, по-моему. Я прикусила. Ура, молодец. Лови их! И что теперь дальше делать? Они там рогатку взяли. Да.
Они меня оглушили. Шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль. Я не знаю. Синий ключ. Молоток? Не знаю, что это. Что? Не знаю. Не знаю. Я попалась. А, ты попалась. Я не успела затормозить. Что, молоток нашли? Да. Присоединяйтесь. Знаете, эта игра затянулась как-то. Да, всё. Игра была весёлая. Нет, еще Дом 2. Что Дом 2? Кто у нас бабка? Я опять бабка. Ты бабушка. Я бабушка, да. Буду вас воспитывать. И после этой карты серию мы заканчиваем. Она у нас затянулась. Затянулась, поэтому... А ключ и оружие в школе остался. Я пошутил, где-то еще есть. Это вообще сложно, как бы. Ну ты пока что в подвале, я в подвал иду. Они могут быть там. Потому что я тебя не видел. Потому что обычно спавн. Ты лестницу там видишь? Спускайся. Это мой портрет. Классно, да? Красиво, да? Я выгляжу. Нет, это Слендерина. А, так он просто так спит. Это декорации просто. Ну да, в принципе. Но я пока никого не нашел. Наверное, кто-то уже сбежал. Ты наверху никого не видела? Опа. Я кого-то нашел с твоими волосами. Сейчас его и убью. Что там? Ну, я уже заметил. А это я говорю. Так, так, так. У нас мирное согласие. Кто-то свалился с потолка вместе с вентиляционной решеткой. Ну это так можно в этой игре. Do you want to play hide and seek? Вот ты открыл по дверь. Ну да, я за. Фига себе. Я тоже сейчас выберусь. Да, сейчас. Нет. Да.
Они? Я не знаю. Просто тут очень много прохода и где можно сбежать. Ну да, балкончик. Тут можно на улице. Как так? Я практически убил ее. На. Да не убил. Что? В сортире? Ну я тоже туда провалился. О. Я туда и подниму. Да, не, ну, я, кстати, там капкан. Да. О, гады, они там решетку открыли. Там электричество. Что-то девочка. Да, прикинь. Do you want to play hide and seek? Нет, я её так и не... Старенькая. Уходи, пока. Ну тут можно смотреть за ними. Про крайней мере настоящей игры. В игре не Chapter 2. Это поэтому Дом 2 называется. Ой, а помнишь шоу Дом 2? Ну, кстати, тут и с бабкой Грей. Я ее убил. Первая жертва. Ура! Это подлоки. Как? Сейчас магия, что ли? Чё? Ну там где электричество. Да я все установила. Синий.
сбежала. Do you want to play hide and seek? Ладно, дорогие друзья. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.